Мы забрались на высоту примерно 3000 метров. Из-за того, что ночью был дождь, мы не смогли идти на Кали-Шилу, на этот камень, потому что там очень скользко, вертикальный подъем. Но мы пошли в храм Чамунды, который в другой немножко стороне, но на такой же высоте находится. Просто дорога к нему слегка полегче. Тут можно половины пути подъехать джипом, а дальше мы взбирались пешком. Вот такой прекрасный вид открывается на Гималаи, на реки, которые внизу. Рисовые поля. Мы в облаках. Это Бхайрав, наш пандит. Санджай Данвит и Бхуванешвари. Бхуванешвари. Yes. And then you. This yeah. is from the Maria. Меня тут назвали Шьямой. Шьяма. And with me in Chamunda Devi near of the Kalimat. And then up. Чамунда is a part of the Devi. Чамунда это. Ом эм брим клим Чамундай вичей намаха. Ом эм брим клим Чамундай вичей намаха. Ом эм брим клим Чамундай вичей намаха. Слушай, а можно я сделаю?